Там сидят у нас мальки, 100 тысяч штук, из которых при благоприятном развитии событий будет 160, 170, 200 тонн рыбы в следующем году. 200 тонн? Да. До 200 тонн рыбы? Да, ну 100 тысяч штук, то есть просто считайте. Подожди, у нас в Ладожской области вообще производит товарную рыбу, чуть больше 100 тонн. Но на сегодняшний день мы имеем вот в этих трех садках, которые мы со следующей недели начинаем реализовывать, 40 тонн рыбы. Уже 40? То есть да, 40 тонн, этих два мы оставляем на икру. Следующий год, то есть получим икру, ну, в том такие недоросли, которые тоже реализуются, скорее всего, с этими. Получается, есть, грубо что говоря, к концу следующего года вы можете стать крупнейшим производителем товарной рыбы в регионе, да. Вологодской области. Да. И целевой показатель такой, который вы заглядываете за горизонт, это 200 тонн. Ну, горизонт, он уже не за горами, я думаю, что следующий год. Наша задача поймать крупную. Сами лезут, смотрите. Это да, слушай, смотри, что творится, а. Слушай, ну это больше килограмма все, да? Это, ну, где-то кило 400, кило 300 максимально. Все, закрываю, отлично, понятно. Сегодня вы уже вложили вот в эти садки, в это хозяйство. Около 30 миллионов. Около 30 миллионов. Ну, смотрите, мы, понимая ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности, понимаем, что аквакультура – это самая проблемная отрасль для сельского хозяйства Вологодской области. Товарной рыбы у нас катастрофически не хватает. Тут несколько цифр, которые могут, наверное, шокировать любого. Нам необходимо до медицинской нормы, чтобы выполнить медицинскую норму, рекомендованную Министерством здравоохранения Российской Федерации, производить в год 28 тысяч тонн товарной рыбы. Это область. Это область. Это чтобы накормить население 1 миллион 200 тысяч человек в год 28 тысяч. В связи с тем, что у нас не хватает рыбы, в связи с санкциями ее все-таки поступает все меньше и меньше, особенно импортной рыбы, медицинская норма, вернее, потребление сократилось до 19 тысяч. 28 медицинская норма, 19 тысяч сейчас потребление, а производит Вологодская область всего 120 тонн. 120 тонн. То есть мы производим всего 5% от потребления. То есть мы 95% заводим из-за пределов Вологодской области, этим субсидируя экономику других регионов, других стран. Это, ну, просто катастрофа. Самая проблема отрасли сельского хозяйства — это именно аквакультура, именно рыборазведение. Ну, насколько сможем, принесем пользу, так скажем. Вот мы на таких, как вы, энтузиазмов, мы и надеемся. Почему это важно? Потому что у нас 4000 озер. И примерно в половине из них по всем санитарным нормам возможно производство товарной рыбы, это примерно таких хозяйств, как вы. Наша задача на ближайшие несколько лет, наша задача как минимум на ближайшие 3 года, надо поднять объем производства товарной рыбы в 10 раз. То есть со 100 тонн до 1000 тонн. Хотя бы до 1000 тонн. Хотя бы до 1000. Хотя бы, еще раз повторяю, потребление у нас 19 тысяч. Вот задача. Поэтому давайте ему вот такой KPI ставить. То есть для этого мы запустили государственную программу. В рамках государственной программы мы компенсируем затраты на закупку вот этого уникального оборудования до 50%, на закупку малька до 20% и на строительство, вот то, что у вас построено на берегу, тоже до 20%. Поэтому давайте так мы и договоримся. Все, то есть вы готовьте пакет документов и, соответственно, развивайтесь, строитесь дальше. Мы еще раз повторяем, что меры государственной поддержки будут направлены именно на развитие аквакультуры. Самые проблемы отрасли сельского хозяйства. Передвижной магазин, отдельный магазин будет. Здесь будет стоять витрина, рыба на льду. Люди подходят, покупают по доступным, удобным, комфортным ценам. То есть настоящий вологодский продукт, настоящая вологодская товарная рыба будет продаваться на вологодских ярмарках по всей территории, да, Вологодской области, без наценок, без торговых сразу сетей, от сразу от хозяйства, свежая, прямо в свежее, не замороженное. Да, конечно.
Когда первая газель выйдет? На следующей неделе мы готовы уже начать первую отгрузку. Куда? Череповцы и Вологды найдем. По два места так точно. Все, давайте. Пять часов до реализации будет проходить время от отлова до потребителя. Да, подловили, в лед упаковали, привезли. То есть Вологда череповец и все вологодские ярмарки, постоянно работающие, они будут получать вот эту вот рыбу. Проходите сертификацию, получайте сертификат «Настоящий вологодский продукт» и заявляйтесь, мы будем, как и всех вологодских товаропроизводителей, поддерживать компании, которые работают под брендом «Настоящий вологодский продукт», проходят добровольную сертификацию и, соответственно, без торговой наценки торгуют на наших вологодских ярмарках. Так, как вы? Вы все-таки вологодская рыба или белозерская рыба? Как собираетесь? Вологодская форель. Вологодская форель. Конечно, она уже есть знак. Партия номер один. Добрый путь.